Испанские полицейские, не дождавшись зарплаты, решили массово заболеть и не вышли на работу. Евгения Воскобойникова расскажет о своеобразной забастовке правоохранительных органов. Женя. Спасибо, Настя. Полицейские небольшого городка Вильверде-дель-Камино, который находится на юге Испании, в полном составе ушли на больничный. Население этого городка всего 13 тысяч человек, а коллективный приступ недомогания полицейские объяснили глубоким психологическим дискомфортом, который они связывают с невыплатой им зарплаты на протяжении 4 месяцев. То есть отсутствие денег в их кошельках действует на них удручающе. Они впадают в депрессию и, соответственно, не могут работать. Но при этом забастовкой они свою акцию назвать не могут. По испанским законам полицейские не имеют права бастовать. Но, несмотря на это, заболевшие полицейские весь день провели у здания местной мэрии. Ну, в принципе, они никаких требований не выдвигали. Как известно, Испания переживает сейчас экономический кризис, и многим муниципалитетам просто нечем платить зарплату работникам бюджетной сферы. Я напомню, что в конце июня во многих крупных городах Испании прошли многочисленные акции протеста. Собравшиеся требовали снизить уровень безработицы, а также улучшить материальное положение граждан. Больше всего безработных в стране в возрасте от 16 до 30 лет, поэтому в основном бастует молодежь. Настя. Спасибо, Женя. Это Евгения Воскобойникова.